Я не думаю, что это, может быть, так сказать, специальные какие-то козни, что это задание правительства выполнил кто. Но они, так сказать, не противятся этому особенно. Это, ну, случилось и случилось. Крыму хуже, хуже. Значит, нам как бы лучше. Значит, крымчане будут видеть, что при нас было лучше, легче, так сказать, чем при них. Это какое-то такое потворничество. Не знаю, они разводят вроде руки, дескать, мы ни при чем, мы даже не знаем, кто это мог. Ну как-то на твоей территории, значит, люди взрывают все, что им не заблагорассудится, а они ничего не знают. Так не бывает. Так же, как Турция сейчас тоже руки разводит, так сказать, да? Нет, нет, везде, к сожалению, несмотря на то, что у нас огромнейшая, вот я говорю, что нравственность, какая великая литература мировая, да? Ничего, результата нет почти. Они, каждый, своя заинтересованность, свои деньги. Если вдруг ударили кого-то по кошельку, то все эти разговоры, все эти соболезнования, все эти трагедии во Франции, у нас, это до поры до времени. Вот как только по кошельку их ударили, так они обо всем забывают. Это говорит здесь, вот, так сказать, об объединении, о какой-то борьбе с мировым злом, с терроризмом в данном случае. Ну, предположим, на Украине тоже террорист какой-то сработал, так сказать, да, русофоб. Ну, а как с ним бороться, если мы не объединились? А если мы объединились, но каждый про себя думает, ну, я с этого еще чего-нибудь, с этого миротворчества, я еще что-нибудь урву для себя. Жестче, мне кажется, жестче надо. Я понимаю, что это братья, родные, это один народ, одна история. Но сегодня мы два разных государства. И какие бы мы ни были близкие родственники, прежде всего, мы обязаны думать о своих людях. А это значит, что жестче с теми, кто провоцирует вот и ненависть, и столкновения наши. Я думаю, здесь прямая вина все-таки вот этого украинского правительства.